Давайте, пойдемте работать. Да. Понимаете, что все действия Путина подчинены не каким-то геополитическим задачам. У него нет геополитических задач. Нет. У него задача удержать власть и деньги. Путин прост как песня. Власть и деньги, больше ничего. Вот. Так вот, что произошло? Человек каждый может заболеть. Для Путина созданы все предпосылки для психического недуга. Это халуйство, подхалимство, лицемерие, ложь. Все вокруг там говорят, какой ты великий и так далее. И заболеть может страна. Германия болела в 30-е годы. Великий немецкий народ, причем я действительно считаю немецкий народ великим, выдающимся, да, вот, хорошо организованным, работоспособным, трезвым, креативным, наконец, да, и вдруг этот народ заболел и пошел за больным человеком. Потом этот народ выздоровел ценой жизни там миллионов людей, но он болел. И мне кажется, сейчас Россия болеет. Путин не Гитлер, это, к счастью, не Гитлер. Некоторые замашки Гитлера есть, он цитирует Гитлера, он любит Гитлера на самом деле. Вот он цитирует там нацпредатели, пятая колонна, там, я не знаю, агенты Запада и так далее. Это все гитлеровская, геббельсовская история. Но он все-таки не Гитлер. Он понимает только язык силы. И он понимает, и он боится принципиальных людей. Он человек глубоко аморальный, беспринципный. Вот он боится глубоко принципиальных и таких твердых людей. Но вы этими качествами, в общем, не обладаете. Вы считаете, что надо всегда договариваться, там, войти в его положение. Положение такое, он вас в гробу увидел всех. Он нас считает пустым местом, ничтожеством. Ну, вам повезло, что вы такие европейцы, что у вас большая экономика и так далее. Но вас презирает, он считает, что все Шрёдеры. И да, все время вас пытается развести, столкнуть лбами, чисто такая разводка. Французов с немцами, старую Европу с новой Европой, Европу в целом с Америкой. Он постоянно занимается вот этими там дешевыми разводками. Если бы вы сказали так, значит так, господин Путин, слушайте внимательно. Значит, мы считаем, вы психически больной человек. Мы вас опасаемся, поскольку у вас есть ядерная кнопка. Значит, мы за наши ценности будем биться. Если вы себя будете плохо вести, мы вам дадим по морде. Понятно, да? Просто по морде. Мы за наши ценности будем биться. Мы ничего вам спускать не будем. Я очень сожалею, что у нас так сложилась ситуация, что на Западе нет сильных лидеров. Просто их нет. Нет сильных лидеров. Еще раз. Он специалист по оболваниванию. У него профессия такая. Оболванивать. Я знаю этого человека. Он умеет понравиться, он умеет оболванивать. Только это никакого отношения к делу не имеет. Он может оболванить даже французский и немецкий народ. Вот если бы не трагедия с малазийским Боингом, я думаю, немецкий народ вообще бы говорил, что Крым их отдайте. Сравнение с Аншлюсом в 1938 году Австрии, сравнение там с Судетами и так далее, да, эти сравнения немцев уже не волнуют. Они же почти забыли. Да, эти сравнения, между прочим, очень точные. Они очень точные.